Здравствуйте, меня зовут Светлана Смирнова, я руководитель детского хорового коллектива «Забава». Вот наш хор. Вот, у нас сегодня впервые джазовый концерт. У нас было много концертов в разных жанрах. В этом жанре музыки мы впервые себя будем представлять, поэтому для нас сегодня это событие. Сегодня премьера? Сегодня премьера. В самостоятельных концертах. Это «Забава».